Всем привет, с вами Shadow Dash, Джеймс, Арчер и Атлас. И сегодня мы снова проходим страшные карты в Эрисмоде. Это карта продолжения первой части Frozen Winter. Вторая часть у нас я тут сейчас. Я надеялся, что я сейчас сюда вот попаду. Ну блин, не получилось. Нет, ничего, все, пошли. Frozen Winter 2. Почему я слышу, как эти вещи двигаются? Я не слышу. Делириум. Делириум. Прологи. Вот это опасный текст был. Прологиуэ. О, вот это спаун. Вот это спаун. Так, ну чё, погнали. Скример. Я пошутил. Скример. Я пошутил. Так, а чё мы тут делать вообще должны? Нам ничего не объяснили. Пока осматриваемся, чё. Ну окей. Брат! Какой ещё брат? Какой брат? Ты куда ушёл там вообще? Кей фаунд. Он у брата был. Он хочет меня обнять. Но у него нет мышц, он поэтому не может меня обнять. А, брат. Я думал, где там братишка проснулся. Он сидел за компом, короче. Бог мертв. Бог мертв. Когда спойл. Его и не было. Да. Это, короче, смотрите, он сидел за компом и такой радуется, типа, когда доказал очередному человеку в комментах, что бога нет. И такой радуется. Да, это прям я. Вот это вот была закрыта. Лифт, мой любимый лифт. Нет. Какой лифт? Окей, конечно. А что там снизу? Забирайтесь сами по лестнице. Чух-чух-чух. Так, вот здесь опять лестница. Проходик. Открывай, значит. Не работает. Никак. Туда не пройти. Туда тоже. Чё за говно? Опа. Опа. Где что это было? Мы? Где это мы? Вот это переходы. Ой. Смотри, тут это... О, смотри, здесь видно, смотри. Это первая часть, что ли? Не толкайте меня! Я упал в первую часть. Прощай. О, тут дверь! Нам туда и нужно. Я в нее зашел. Ой, подожди нас. Я умираю от холода, лол. Скример! О, нифига а здесь. Тут текстур нету, лол. Нифига здесь пос... Ты меня не пугай так, Джамес. Артур? Ты меня напугал своим... What the fuck? Кровь. Чё происходит калаш. Калашик мой. А его подобрать нельзя. Тут какие-то мусульманы сидят. Вот. Тусовка братьев Джеймса. Такие же овощи. Такие же овощи, как и он. Сейчас бы насос. Или нет? Кажется... Не, подождите. Мне так... Что за звук? Что это? Воу. Воу, бегите, о, бегите! Щит! What the? А куда дальше? Туда, лол. Вы чё? Туда, лол. Ура! Спецназ. Я упал. Russian у них орда. Оу. Чё это за взрыв? Чувак сзади! А, это типа, это флешбеки. Флешбеки. Этот код должен быть. Ай! Ай-яй, больно. И вот этот кал он создавал 5 месяцев. Ты попробуй сайт создай, знаешь, такое вот. Опа! АК. Погнали. Из КС. Взрыв в животе у нас. Радио пиктап. А чё у него с задницы выходит? Прицеливаться даже нельзя. Прям синки ломаются. Эффекты. Жесткие. Ой, запрещенная музычка. Уверен? Да. Я не слышу, что он говорит, он так тихо говорит. Ну типа сейчас батл будет жесткий. Я только понимаю то, что... Занимаем позиции. Давайте, давайте. Позиции занимаем. Это хоррор-карта хотя бы, или что? Да. Ну, видимо, да. Мне кажется, это батл-карта какая-то, не знаю, Call of Duty 8, я не знаю. Помните, как мы с чужими дрались? То же самое было. Да. Другое. Умрите. Чё-то изи. Да. Хоррор-карты нынче не те уже. Что с ним? Да. Помню раньше скримеры на каждом шагу, а это уже не про чё-то. Это уже какой-то батл какой-то. Супер-дупер батл-арена какая-то. Почему звуки калаша такие громкие? Только если назад, но я туда сходил. Во. Надо хоррор, было на просто хоррор. Музыки ждать. Замечательно. Мы первые музыки все взорвали. Это хоррор уже, да?
А, о, так это мы были, это мы ворвались тогда. Кек. Помните, мы проходили карту, и там а, так вот, что это ворвались. Было. Я не проходил. Это от одного разработчика. Лол. Куда мы ворвались? Офигеть. От одних разработчиков. Я помню этот дом. Я не знаю, может это один, может это несколько. Там их дофигища. Ну ладно. Вот это факт, что это... Блядь! Ёбаные призраки. Напряжённо просто. Дым какой-то. Ой, это что за... Вот это. Там просто всё сломалось, и белый экран. Там, короче, телевизор задымился. Это, видимо, телек всё взорвал. Во, опять брат Джемеса. Он аж офигел, посмотрите его рот. Да у него все время рот как зачем вы его насилуете? Да дебила. Ладно, нам назад, короче, нужно. Вот генератор, я его сломал. Ой, взорвался. Я просто хотел проверить, что будет. Да. Я что-то сломал в генераторе, значит, все сработает. Вот, смотрите, здесь кто-то лежал, и он... Че ты жаришь? Че там? У меня скример был жесткий сейчас. Ну конечно, ври больше. Лол, серьезно? Ну. Меня ТП-шнуло? Да, ты там на месте стоял. Хилка. Да. Ща, опять АК-40. Калашик дали. Ну, ку-ку. Это хоррор-карта, что ли? Сзади. Нас окружили. Слоумо жесткое. 30 фпс. 13 фпс. У меня 56. Них... Я уже убил двоих. Пытаюсь. Да мы так медленно стреляем. Я двоих убил. А кто слетает, да, смотрите. Дебил. Чё происходит, блин? Отличная стрелялка карта просто. Тра-та-та-та-та-та. Они гранаты еще кидают. Они за текстурами сидят. Да, дебила. Ну кось, поди кось. Опа. Опа, пазл. 6Е2F1А. Пазл, давайте. О, но. Она нажимай. Сужается. Артур, давай, нажимай. Сейчас, так. 9Б. 1, 1, 1, 9, 1, 9, 7. Че ты делаешь там? 1, 9, 7, 1, 8. A, B, C, D нужно. 9, 7, 8. 7, 8. Что после D идет? A, B, C, D, E, 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 вот, 6. 6. 6. И 2. 1, 9, 7, 8, 6, 2. Стоп, чё? Один. Что? Нужно еще два числа, понимаешь, там все правильно. Еще два числа. 9, 2, 4, 3. В рандом какую-нибудь херню веду. Прощай, Атлас. У тебя голова немного красная. Да, да. Прощайте. Все. Мы выиграли. И чё? Замечательно просто, я хочу сказать. Просто подождите, пока оно это уберется. Все улетают. Опять калаши. А все, можно было даже и не проходить, лол. Чё? What the fuck, me, brother. Я брат, а мама и папа, чё это было? Дэдди. Дэдди, бэби он дэдди. Бэби он дэдди. Опа, флешбэк опять, да. Вот это графон, боже мой, я испугался немного. Бэби он дэдди. Чё, готовьтесь к стрельбе жесткой. Смотрите, да, здесь опять. Кровь. Сейчас опять. Мне кажется, нам придется зомби стрелять. А, стоп, так мы были тут, только что вниз был закрыт, а вверх был открыт наоборот. И сейчас мы идем вниз, короче. Мы типа сейчас за военных каких-то играем, мне а когда мы. За голове, просто, да. Почему это мы за военных? Потому я не знаю, они с автоматами, значит, военные. У меня нету. Потому что ты лошок. Сзади! Сергей Соколов. Сергей Соколов. А чё он, кстати, крикнул? На немецком сказал? Не знаю. Frozen Inter 2. Все сначала. Мы проиграли? Мы проиграли, типа, да? Да. Это конец, что ли? Нужно заново пройти
тут, там где пароль. Смотрите, серьезно? Что за бредятина, лол? ГГ карта, говно. Убей континент. Нет, это конец был. Ну там по-любому есть вторая концовка. Если мы пройдем. Ну типа вернемся, когда дойдем до второй концовки. Да ну нафиг флешбэк проходить. И чё? Где я? Боже, что это такое? Я испугался. Что? Смотрите, ленточки ветеранов или что это? Это черепа. А, я думал, это ветеранские какие-то штуки. А чё мы за картой делаем? Да ну говно, 5 месяцев он эту парашу делал. Да, я то же самое в самом начале карты сказал. И вот этот кал он создавал 5 месяцев. Как это, блять, 5 месяцев можно было делать? Расставил обычные модельки и все, и вставил эту ссаную музыку. Куда мы едем? Тут надписи какие-то. А, мы крутимся. Они как будто канат крутится, лол. Да ну говно, карта 0 из 10. Ставлю, короче. Это даже не хоррор. Это не хоррор даже карта. Да вообще. Скрип!